Народ, всем привет! Как вы уже догадались, сегодня будет очередной обзор вот такого вот ножа, красавца, как вы видите у себя на экранах. Значит, нож, клинок выковал Владислав Чулан с Межигорья. Это Дамаск. Значит, состав пакета Дамаск, сталь ШХ-15 и У-10А. Около 400 слоев. Твердость 59 единиц. Значит, это то, что касается клинка. Значит, рукоять изготавливалась под заказ. Рукоять дубовая. Мореный дуб, пропитанная Danish Oil и натертая воском. Значит, больстер мельхиоровый с проставочкой. Здесь искусственный камень. Клиночек имеет длину 126 мм, ширину 32 мм, толщину 4 мм. Приблизительная твердость 59 единиц. Итак, больстер из мельхиора. Возвышается он на 5 мм. Или около 5 мм от клинка. Также мельхиоровые проставочки. 3 штучки. 1/2. Между ними черная кожа. Белая часть — это искусственный камень. Кориан. Рукоять — это мореный дуб. Заполировано. Покрыто Danish Oil. Значит, вот такой вот нож имеет классический или специфический, как для так называемого дикого дамаска, рисунок. Ну или обычный рисунок для дамасской стали. Вот такой вот. На клинке, естественно, есть печать мастера-изготовителя. Вот такой вот он в обухе. Спуски прямые от середины клинка. Сведен был приблизительно в 0,3. После чего уже он был заточен. Значит, рукоять изготовил Александр Пивоваров, как и в прошлом ноже. В отношении вопроса остроты, как бы я не сторонник, но все же по просьбам трудящихся или по просьбам людей показываю тест на обычном листе бумаги офисном, как этот нож режет. Вот ножик, давайте я вам покажу. Ну, надеюсь. Я думаю, что вопросов нет. Значит, нож затачивался сначала Александром Пивоваровым. Угол заточки 36 градусов. После чего нож был немного переточен, вернее подправлен и обработан на кожаном ремне. На кожано-правильном ремне. Вот такой вот получился красавец. Все очень четко,
лежит в руке хорошо, удобно. Теперь осталось только под него подобрать подходящие красивые ножны. Вот такой вот ножичек. Режет он все отлично, на ура, четко. Просто красавец. Это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать и показать. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, до свидания и до новых встреч.